Если нужно, то наши бабушки и на большой сцене дефилируют грациозно. 7 прекрасных, но очень разных финалисток конкурса готовы побороться за звание «Золотая бабушка Удмуртии». Со всех районов республики 27 заявок в этом году было послано. По портфолио, по видеофильмам, по фотографиям были отобраны 7 лучших бабушек. Вот какая я счастливая бабушка. У меня 4 замечательных внуков, а подарили мне их сын и дочь. Внуки – самое большое бабушкино счастье, уверена Анна Нестеровна из Красногорского района. Поддержка у нее, как и у каждой конкурсантки, очень сильная. Дети и внуки. Бабушка у меня замечательная, активная, жизнерадостная, очень красивая. Бабушки из Буранова – почетные гости конкурса. Благодаря им и зародился в Удмуртии этот теплый праздник – День бабушки. 5 лет назад, 26 мая, знаменитые певуни стали триумфаторами Евровидения. Сегодня за вдохновением и впечатлением к нам в республику приехали представители 13 российских регионов, чтобы своими глазами увидеть, как в Удмуртии празднуется бабушкин день. Ну, мы про ваших бурановских бабушек очень хорошо слышали. Я надеюсь, что и здесь вы уже в республике поставлены эта работа на достойный уровень. Поэтому и праздник уже у вас родился. День бабушки – лишь часть форума. В рамках него запланирован обмен лучшими практиками по доступности услуг для пожилых людей. У нас очень много интересных вещей. У нас, вот кроме этого конкурса, я уже не говорю о социальных гарантиях, на которые выделяются и федеральные, и региональные ресурсы. У нас очень системно работают ветеранские организации в нашей республике и на уровне республики и муниципальных образований. Конкурсом среди бабушек гости из регионов тоже впечатлились. Титул «Золотой» получила Надежда Аркадьевна Емельянова из Малопургинского района. Екатерина Горина, Светлана Буланова, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия».